от этого не прославиться. Чтобы прославиться, нужно творить либо лютый трэш, либо как-то себя проявлять. Вот как я считаю. Такие вот дела. Я тут смотрел, думал, какой-то не местный парень, а это оказался новичок, который пришел. А чё ты, блин, сразу же агрессируешь мой адрес? Не агрессируй, Аврора. Когда рожать-то будешь уже? Не, я не ухожу. Ну, по крайней мере, привет-привет. По крайней мере, я не собираюсь уходить пока. Но суббота все покажет. Чтоб поел ты. Кит, да, Владик. Салам, самый топовый ведущий. Ой, фу, ведущий, самый топовый продюсер, Влад Белчев, вообще красавчик. Вообще, просто с пустоши себя поднял, говорю, говорю, помнишь, что такое пустошь, Владик? Вы все там были. Смысла? Если ты хочешь построить отношения, то есть смысл сюда идти, реально. Норму на голове сделали? То есть, ты считаешь, что блондинам нормально, да? Я более светлее такой стал, добрее, мне кажется, да? Не брутальнее. Правильно? Would you like that? Я тебе говорю, сюда смысл всегда есть идти. Если ты хочешь хайпануть, ты хайпанешь. Если ты будешь устраивать здесь трэш, какую-то свою движуху мутить. Если ты хочешь, не знаю... Если ты хочешь не хайпанутые построить отношения, ты их построишь. Ты еще и плюс от этого хайпанешь, ты покажешь людям, как ты строишь отношения. Например, на примере многих людей, грубо говоря, ну, люди будут сравнивать тебя по экрану, скажут, блин, у меня такие же отношения и так далее. Там, или увидят мальчика, скажут, о, нифига себе, как парень ухаживает за девушкой, я к нему хочу прийти на проект. Или девочка там ухаживает за парнем. Девочки у нас немножечко сожрались, если честно. Но как, в принципе, девочки... Если вот, как вы считаете, если девушке нравится парень, она может сделать сама шаги в его сторону, там, не знаю, как позвать на свидание и так далее? Как вот вы считаете? Спасибо, что гораздо лучше. Спасибо большое. Смогите осуждают пары и остальные. Да, я понимаю, что это как некая проверка пройти огонь и воду. Да блин, ну тут реально телефон отдают очень поздно, потому что мы снимаем ночь, разговариваем там и так далее, и потом уже можно брать телефон. Спасибо, да, ГГС, 5 секунд. Это, короче, я видел в нескольких группах удмуртских, там, можгинских какие-то, меня выкладывали тоже. Постоянно люди пишут, зачем вы выкладываете, короче, такое типа дерьмо. Я еще смотрю, я вроде бы не давал вообще никому, как сказать, интервью, да, и на самом деле... Я потом вспомнил, что я одному из ведущих дал интервью. И, видимо, вот это все интервью он перевел на газету. И эта газета выложила меня, вот, выжил лайв, и там, ГГС, уже в многие группы разошлось то, что «Вау, какое удивление, код, целый код, пошел, ну, Дом-2, да, детка, телепроект». Я уверяю вас, что Дом-2 — это только начало, только начало. Да, я хочу построить реально отношения здесь. Я пришел в основном, можно сказать, и за хайпом, но и построить отношения. И в дальнейшем, если даже вдруг меня отсюда выпрут, а это совсем здесь происходит, то я буду лезть дальше, пробиваться дальше. Я буду лезть на другие телепроекты. Телепроектов много. Вот. Вот такие вот дела. Может, девушке, если парень нужен, то почему нет? Для отношений должны стараться двое. Один показывает, что девушка нужна, парень нужна. Вот, понимаете? Понимаешь, блин, а тут все девчонки, все поголовно так зажрались, что они нихуя не хотят делать. Вообще ничего не хотят делать. Ни для кого. Вот по полгода здесь сидят некоторые и не строят отношения. Мне этот не нравится, мне тот не нравится. Что такое вообще?
Я вот и предлагал провести рэкет и такой девочек, чтобы половину убрали отсюда, запустили новеньких, кто реально хочет построить свою любовь, найти отношения. И если они там, чтобы кому-то именно шли, у нас тут, ну, тут видишь, такой принцип работает. В основном все девчонки идут к тем, кто уже здесь давно, там, например, Моргенштерн. В основном сейчас табуном к нему идут девчонки. Ко мне еще пока никто не приходил за 4 недели. Эй, кот, ты много сгоняешься, всем на всех насрать. Кому не насрать, тебе тут все у тебя в норм будет. Хуй с ними совсем. Это точно. Шпагу, да, показать. Ну, пора перестать верить в сказки. Я говорил уже, многие там сидят из-за того, что творят херню. Да, из-за того, что творят трэш. Я, ну, блин, пытался строить трэш, что-то строить какое-то дерьмо. Ну, я не знаю, я сегодня в кенгуруме своем лежал в джакузи, просто залез в кенгуру, у меня такое настроение отстойное просто было, в шапке, в очках, во всем, в своей одежде, просто в ботинках пошел, зашел в бассейн, лег и полежал в джакузи, меня так отпустило реально. А здесь не дают, очень редко дают алкоголь, только по поводам, какой-нибудь повод, если намутишь, то, пожалуйста, бухайте, все остальное здесь нет. Я когда сюда шел, я думал, здесь кокаин дают, но здесь ничего такого нет. Здравствуй, диджей Константинов. Спасибо всем. Спасибо, ребят и Живчанов. Зовите всех на мой инстаграм. Скоро будет что-то интересное. Сейчас, подождите. Морген. Сейчас вам покажу, кто такой. Пиздюк один есть у вас, короче, самоуверенный в себе. Морген, иди сюда. Тебя мама моя тебя просит. Я реально. Вы что я сделаю? Ответь моей маме. Да я шучу, это прямой эфир. Ой, слава богу, я уже думал, здравствуйте, речь готовил. Блин, трезвую. Это, короче, тот чувак, который уже на полгода на проекте, из-за своей фамилии он хуйней занимается, ему респект большой, короче. Ничего не делает, понимаешь, и все к нему липнут. Что это, блядь, каким долбоебом надо быть, чтобы все к нему липли, блядь? Ну, я настоящий, хочешь сказать, я что, искусственный, что ли? А что ты за ТикТок будешь снимать? Подожди меня, будем в джакузи вдвоем, у меня есть единорог. Это все зависит не от меня, во-первых, а зависит все от ребят, которые будут голосовать. Как вы приходите, проявляете себя. Если не нравится, то вы уходите. Самое, что прикольно, что дом 2 оплачиваете перелет сюда и перелет обратно. Вот все. Главное не ссориться с дом 2, потому что здесь дикие-дикие штрафы. Я уже передавал привет, там, вырезать же это все. Своего единорога, ну вообще. Привет, сеструха. Вот как на дом 2 пошел, у меня сразу же братья, сестры начали находиться. О, кто-то уезжает у нас. Интересненько. Или кто-то приехал. А, кто-то приехал. О, у нас новые ребята приехали с отпуска. Свалишь оттуда. Все интересно. Ладно, ребят,